Анонс и дата выхода 15 и 16 серии второго сезона сериала «Знахарь. Одержимость». Финальные серии сериала выйдут на Первом канале 29 декабря. 15 серия. Мать Натальи, Диана, пытается помочь Виолетте, но вместо этого видит истинное лицо своей дочери. Андреев проводит ювелирную операцию. После этого на очной ставке Павел встречается с Корчиным. Но тот, как всегда, на шаг впереди, и его ни на чем не поймать. Понимая, что у Виолетты слишком мало времени, и скоро она получит лекарство, которое сведет ее с ума, Андрей решает действовать другим путем. Татьяна просит Павла попытаться спасти ее нерожденного ребенка. На медицинском освидетельствовании Виолетты все выходит из-под контроля. 16 серия. Как врач и как человек, Андреев оказывается перед самым страшным решением в своей жизни. Прямо во время операции он получает от Корчина шокирующее признание. Волокушин, Егоров и Анна Забалкина вынуждены спасать человека, которому желают лишь плохого, да еще и рискуя карьерой, ведь необходимое им лекарство не одобрено на территории России. Андреев проводит операцию на позвоночнике нерожденного ребенка Татьяны. Благодаря чуду нейрохирургии, теперь у этого малыша есть будущее. Но есть ли оно у самого Андреева? Обезумевшая от горя Наталья хочет лишить его этот раз и навсегда. Напомним, финальные серии сериала выйдут на Первом канале 29 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.